Мои коллеги в числе призеров конкурса «Медиатек» сегодня подвели итоги регионального этапа. Сюжеты, созданные творческой группой национального телевидения, стали лучшими в номинации «Социальная и экологическая инициатива». Тема материалов – благотворительной акции компании топливно-энергетического комплекса. В этом году всероссийский конкурс СМИ и пресс-служб «Медиатек» юбилейный. Экспертный совет возглавляет Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Сейчас по всей стране определились региональные лидеры. Лучшие работы прошли в федеральный этап. Один из сюжетов победителей наша телекомпания снимала в Чебоксарской начальной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В классе, где занимаются дети с синдромом аутизма, благодаря благотворительной акции появилось особенное оборудование. И когда мы приехали на эту съемку и увидели, что действительно то оборудование, которое от Росгидро и педагоги используют в своей работе, и дети с интересом в них погружаются, в эти игрушки, и педагогам легче. Вот эти вот приспособления, там большие были такие туннели, они такие мягкие, красивые, компактные, дети в них ныряли и успокаивались. И у нас получилось записать очень душевное интервью, и в итоге сюжет получился таким добрым,